Американец Дэвид Валера рекомендует всем изучить Казахстан и лично посетить нашу страну. Сам он прошлым летом привез группу туристов из США в Казахстан. Тогда они посетили Астану, Алматы, Восточный Казахстан и другие регионы. Как сообщает наш корреспондент США Майра Абдрахманова, фанат Казахстана Дэвид Валера организовал поездку волонтеров из Америки, которые обучали английскому языку в сельских школах нашей страны. Называя себя казахом, он с гордостью рассказывает всем о главных достижениях Казахстана за последние годы. Первое достижение – вы стали членами Всемирной торговой организации, что позволило вам торговать на условиях, которых раньше не было. Я был на праздновании этого события 3 года назад в Вашингтоне и был впечатлен уровнем американской поддержки. Другое важное событие за последние 10 лет – работа Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Помню, как вы победили на выборах в Таиланд. Сегодня у вас растет число туристов. Вы запустили международный финансовый центр «Астана». Реализуется несколько очень важных проектов, направленных на реформы в стране, для того, чтобы вывести Казахстан в число передовых. Ваша страна изменилась за последние 10 лет и даже за последний год. Что характерно именно для Казахстана, при всех положительных переменах за последнее время, становясь современным обществом, вы в то же время сохраняете ваше культурное достояние и возрождаете народный дух. Я рекомендую всем, кто еще не знаком с Казахстаном, изучить его и лично посетить. Страна будет развиваться к лучшему, я уверен.